Экспертная комиссия еще не выбрала троих из 10 кандидатов на пост главного врача краевой клинической больницы, вопреки обещанию, что решение будет 31 августа. Комиссия должна была назвать имена троих финалистов, после чего они должны были пойти на собеседование губернатору края, который и решит, кто именно станет главврачом ККБ. В правительстве Забайкалья информацию о том, кто из 10 претендентов вышел в финал, также не сообщили. 10 человек прошли в очный этап кадрового проекта «Забайкальский призыв» на должности главного врача краевой клинической больницы. Трое кандидатов не живут в Забайкальском крае. Финалисты конкурса представили проект финансово-экономического развития больницы и план повышения качества оказания медпомощи. Очный этап состоялся 26 августа. Позже источники сообщали, что фаворитом конкурсного отбора стал главный внештатный пульмонолог Забайкалья, доцент кафедры Читинской государственной медакадемии Сергей Лукьянов. Город-миллионник может появиться на Дальнем Востоке. Если объединить Владивосток, который де юре насчитывает 600 тысяч жителей, с Артемом, там около 100 тысяч, и построить новый город-спутник, привлечь в эту агломерацию еще около 300 тысяч человек, появится новый город-миллионник на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чукунков. Владивосток должен стать третьим самым привлекательным городом в России по всем параметрам после Москвы и Петербурга. У него для этого есть все, считает Чукунков. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил в интервью российской газете, что объем свалок по размещению отходов заканчивается в 9 регионах, в том числе и в Забайкальском крае. Он отметил, что российский экологический оператор составил с регионами план действий по созданию инфраструктуры по сортировке и захоронению отходов и по созданию полигонов. Регионам придется ускориться и обеспечить реализацию этих проектов. Надеюсь, что губернаторы к этому отнесутся трепетно, потому что если эта проблема захлестнет города, мало не покажется никому, заявил Козлов. На зарубежных участках за выборами в Госдуму будут следить около 200 наблюдателей. Проголосовать российские избиратели смогут в 144 странах мира. Об этом сообщили в российском МИДе. На сайте ведомства будет размещена информация о том, в каких именно странах будет осуществляться голосование. Выборы в Госдуму 8-го созыва, напомним, пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на 5 лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам в один тур.